Приветствую вас, друзья, подписчики, зрители канала. Как вы уже догадались, сегодня речь пойдет о монете, на которой изображен саванный слон. Перед нами монетка Замбии 2012 года. На аверсе монеты изображен герб страны. Он был принят 24 октября 1964 года. На гербе представлен золотой орел, как называют в Замбии его орел свободы, летящий над мотыгой и киркой, которые символизируют сельское хозяйство и горную промышленность Замбии. Основу герба Замбии составляют мужчина и женщина. Они держат в руках щит, на котором изображен водопад Виктория. Монетка выпускалась с 2012 по 2017 год. Период Республика Замбия. Это регулярный выпуск. Материал монеты сталь с латунным покрытием. Гурт рубчатый, форма круглая. Отношения аверса и реверса медальные. Вес довольно небольшой, 3,5 грамма. Диаметр 21 миллиметр. Толщина 1,6 мм. А теперь обратимся к реверсу монетки. Вот так замечательно выглядит реверс этой монетки. Здесь мы видим обозначение номинала, слева 50, внизу надпись 50 НГВ. И изображение головы саванного слона. Очень рельефная монетка, изображение красивое, деталированное. Всем спасибо за просмотр и до следующих обзоров. Всем удачи!